какие-то накопления у вас есть на такой случай, если захочется уволиться и отдохнуть? Ну, у меня нет. Ну, конечно, нет. Никакой подушки безопасности нету в наши времена. Ну, просто тогда в чем-то себе отказываешь, вот и все. У многих ее нет, к сожалению. Но мне уже много лет, я много работала, кое-что скопила, и поэтому могу. Как считаете, уволиться можно? Нет. Нет, не тогда мы останемся без средств к существованию. Муж меня не сможет обеспечить. И дети даже. Дети, они вот едва-едва им хватает. И вот если моя зарплата и мужа, вот, ну, тогда мы нам от зарплаты до зарплаты. И откладывать может чуть-чуть только муж для того, чтобы помогать детям. Ну, менять работу всегда сложно. Конечно, приходилось. Ну, ничего. Главное, чтобы что, было здоровье и нужные навыки. Я индивидуальный предприниматель. Меня все устраивает. Понятно. Какую зарплату хотели бы иметь, чтобы ни в чем не отказывать, еще и накопления оставались? Чтобы ни в чем не отказывать, еще и накопления оставались? Это 100 тысяч. Очень низкая пенсия, маленькая. Невозможно жить на такую пенсию. Достойная 50 тысяч.